Основная часть встречи посвящена ответам на вопросы горожан. Людей волнует внешний вид района, состояние дорог. В этом году капитальный ремонт пройдет на 18 улицах. Проведут текущий ремонт картами свыше 100 метров. В Куйбышевском районе отремонтируют улицы Воинская, Шоссейная, Народная, Белорусская, Новокуйбышевское шоссе и ряд других. Также в районе продолжится развитие социальной инфраструктуры. Что планируется, как организована работа по развитию физической культуры для молодежи Куйбышевского района? 9 площадок будет у вас открыто в течение этого года. Вот у нас руководитель департамента спорта об этом сказал. Я в докладе говорил о том, что в этом году начнется реконструкция стадиона «Нефтяник». Она была прекращена из-за недобросовестного подрядчика. В этом году губернатор пообещал выделение необходимых средств. Поэтому стадион будет хороший у вас. Жители Куйбышевского района задавали вопросы о благоустройстве, освещении дворов, ремонте внутриквартальных проездов, услугах ЖКХ и капитальном ремонте. Много жалоб поступило по поводу алкогольных магазинов. В доме номер 29 по улице Пугачевский тракт тоже открыт пивной магазин. Мы устали жильцы этого дома с ними общаться. Кому только мы не обращались, и в полицию, и к участковому, и в администрацию. Они нам говорят, у них документы оформлены. Обратите внимание на этот адрес. Я хочу сказать о том, что комиссия межведомственная работает. Значит, ходит налоговая инспекция, полиция, управление по контролю за оборотом наркотиков, миграционная служба, по-моему, еще Роснадзор. И там людей наказывают по полной программе. Мы хотим этих людей заставить работать так, как это нужно обществу, а не так, как они хотят. Обсудили на встрече и вопрос организации движения общественного транспорта в строящемся микрорайоне Волгарь. Многие дома уже заселены, и для жителей планируется пустить маршрутный автобус по улице Осетинская. С просьбой отремонтировать кровлю обратились жители дома 14 по улице Центральная. Также люди попросили привезти землю для палисадников. Нам никак не привезут землю для того, чтобы посадить цветы. Мы сколько уже обращались и к начальнику ТОС, и до сих пор не привезут нам землю. Землю привезут 15 мая, вот глава района сказал, пообещал. А по поводу, значит, крыши, 4 мая у вас начнется ремонт. Общение с жителями продолжалось 3 часа. Каждое обращение принято в работу. Это уже 8-я встреча с жителями. Следующая пройдет в Красноглинском районе. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».